Здарова, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и продолжается RDR 2 мода, друзья. У нас сегодня обновление мода, у нас сегодня новое транспортное средство, даже два будет интересных транспортных средства. Я специально залез на гору, чтобы это дело показать, как раз на фоне города. Прекрасный город, сегодня будем его бомбить. Бери вкусняшки, бери попкорн, наша бомбежка вот-вот начнется. Так, включаем камеру. Мы сегодня посмотрим уже версию 0.0.5 мода. И, конечно же, хочу разбомбить сегодня этот город. С помощью пушки, с помощью пулемета. И, конечно же, взять томагавк и всех уничтожить в этом городе с помощью томагавка. Давай-ка, устраивайся поудобнее. Мы посмотрим, что сегодня добавил разработчик в этот мод в версии 0.0.5. Ссылочка будет в описании, сможешь скачать и, конечно, установить, если есть у тебя RDR 2. А если нет, пиши лайкосик. И мы уже начинаем. Так, мы включаем год мод, то есть, понимаешь, год мод нужен. А мы делаем время, знаешь, такое утреннее, раннее время. Мы делаем ясную погодку. Видишь, как офигенно все. О, красота, смотри, реально красота. Смотри, поднимается солнышко. О, вот это обалденно. Красиво, очень согласен с тобой. И сегодня мы глянем, что разработчик добавил. А телеги, мы смотрели телеги. Это телега для заключенных. Но мне интересует сегодня пушка и пулемет. А эта телега, возможно, с горючим. Или с водой. А что есть еще? А, керосин написан же. А это телега для трибуны. Чтобы, знаешь, голосовать, так ехать голосовать. Голосуйте за нашего президента. А что за тачка? О, вот это поинтереснее уже, смотри-ка. Знаешь, это в ночное время. Она, кажется, светится еще обалденно будет смотреться. Да, прикольно. Идем дальше. О, да-да-да-да. Что надо. Смотри-ка. Реально есть пушка в РДР. И можно из нее пострелять. Ты же давай-ка. Будем сперва выкашивать издалека этот прекрасный город. Потом спустимся чуть ниже, респавним пулемет и будем выкашивать. Я хочу посмотреть, знаешь, насколько она... Ну, садись. Насколько она, знаешь, убойная будет. О-о-о, вот это да. Погоди, а управление, я понимаю, только вверх и вниз. То есть дальность и ближе. А влево-вправо буквально пару миллиметров. Но это не проблема. А как ее передвинуть, интересно? Смотри-ка, ее, возможно, как-то можно передвинуть. А, е, только использовать. А двигать, возможно, нельзя. Она слишком тяжелая. Но хорошо, это не проблема. Смотри-ка, мы респавним ее. А вот здесь еще одну пушку. Смотри. Давай-ка респавним еще. Нет, не коняшку. Нет, не коняшку. Мне нужна пушка. Во-во-во-во, вот так, смотри, респавнул. Понимаешь, первый выстрел должен быть хедшотный. Во-во, и практически идеально. Чуть-чуть правее бы, но и пойдет и так, смотри-ка. Бери вкусняшки, бери попкорн, наша перестрелка вот-вот начнется. Я не вижу никакого движения. О, можно даже маленько увеличить. Буквально чуть... А вон вижу, вижу. Огонь! Артур! Вот это да, вот это потеха. Сейчас местный шериф прибежит ко мне. Это стопудово. Но, понимаешь, я хочу попасть в колесницу. Огонь! Мне нужно еще чуть правее, потому что хочу прям вон туда в город стрелять. Ну-ка, огонь, насколько у нас дальность хороша будет? Ух, недолет что ли? Перелет! А, темнеет, слушай, темнеет. Обалденно смотрится, красиво. А, погоди, почему темнеет? Я хочу ярче. О! Это уже другое дело. Погоди, погоди, я вижу цель. Огонь по цели! Артур, держи! Они там обосрались. Свидетель. Какой свидетель? Сейчас мы его размажем. Вот, чуть-чуть правее надо, чуть ниже. А ниже, понимаешь, некуда уже. Ниже некуда. Так, не проблема. Не проблема. Мы спускаемся еще ниже. Вот так, чуть ниже спускаемся. Давай-ка же, Артур, респанем еще одну пушечку. Я хочу все-таки, знаешь, добить. Добить этот город основательно. Но опять же, не туда. Ну, маленько повернемся так. Вот так повернемся. А, давай-ка еще одну пушечку. Погодка меняется. О, о, идеально. Это не проблема. Сейчас изменим. Погода. Все ясно. Нет, туманность, туманность. О-о-о, ребята идут. Бери, Артур, давай-ка, постреляем. Скорее, скорее, а не могу чуть ниже. Я не могу чуть... О, погоди, вот цель. Огонь, Артур. Ух, сейчас будет, погоди. Выше, выше нужно брать. Ядро очень тяжело и нужно брать. И куда она пролетела? Огонь еще раз, они обосрались там. Слушай, они реально обосрались. Огонь, огонь по цели.
Я представляю, как они там обсираются. А какие-то свидетели? Какие к черту свидетели? Я пытаюсь подстрелить колесницу. Так, где моя лошадка? Конечно, иди сюда. Мы спускаемся чуть ниже. Нет, 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 мы спускаемся чуть ниже. Слишком далеко. А где моя хорошая? Эх, моя хорошая, беги ко мне. Давай, 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 папуля, папуля. Спускаемся чуть ниже. У нас свидетели, у нас расследование, а мне это все пофиг. Я хочу, понимаешь, я хочу разбомбить этот город сегодня. Мы спускаемся аккуратно, Артур, только аккуратненько. Взять пулемет. Фу, давай, давай, давай. Черт. Эй, брат, погоди, 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 бежит быстро. Все в порядке? Так, спустились. Самое главное, что спустились, и давай-ка прям встанем уже, знаешь, прям вход в город. Чтоб местный шериф бежал ко мне, и я смог его, знаешь, просто адски попасть. Это будет реально бомбежно. Да-да, погоди, сейчас, сейчас мы это устроим. Давай быстрее, быстрее, конечно. Вот, позиция. А это шериф, что ли? Погоди, это, кажется, шериф, да? Вот это не шериф? Какое-то расследование делал. Так, вот, выходим отсюда. А, давай-ка, отсюда начинаем. Это, кажется, местный шериф ушел уже. А, он ушел, мы респавнем пушку. Нужно вот так маленько встать левее. И сейчас у нас будет бомбежка. Сейчас, погоди-ка. Во, пушка есть. Пушка есть прям, смотри-ка. Неплохо. Давай-ка. Артур, бери снаряды свои. Давай-ка. А где кто? Чуть левее не могу. Огонь! Знаешь, я уже войду в город сейчас. Огонь! Бомбежка начинается, расследование. Не беда. Огонь, огонь, огонь. Свидетелей стало больше, смотри-ка. Погоди, где пехота? Где пехота? Огонь по пехоте. Там жарко. Да, там чертовски жарко. Так, я хочу пушку маленько еще левее. Вот почему не взять ее развернуть чуть-чуть буквально? Давай чуть-чуть левее сделаем. А, долго все это делается, понимаешь, видишь, пока еще сыровато. О-о-о-о-о-о-о! Ну он чуть левее теперь сделался. Не то, то правее, то левее. Как ее двигать, по идее? А, можно прицепить что-то, но не знаю что. Нет, пока, знаешь, не нужно пугать прохожих, нужно респануть хорошенько. А, к черту, берем пулемет. Реально, берем пулемет. Маленько не так респанул еще, опять же. Нет, пушка опять не туда же. А пушки, кстати, не исчезают. Одна исчезла, пушка. Кто-то сзади подходит ко мне. Кто-то ко мне сзади подходит. Так, чуть левее. Проблема, видишь, как с респаунтом. Мне нужен пулемет. О-о-о-о, вот это да, смотри, какой пулеметик. Обалденно. Я хочу из него пострелять. А, смотри-ка, теперь гораздо больше радиус. О-о-о, да-да, ко мне кто-то... Это кто? Это, походу, местный шериф. Значок есть? Огонь! Ты смотри, прям друшвак его. Обалдеть. А пулемет намного круче, да? Да-да, пиши комментарий, если мы согласен. Там бегут ко мне, слева, справа. А, огонь, огонь, огонь! Жестко, смотри, сколько крови там было. А заборчик можно, интересно, выкосить? Заборчик не ломается. Так, у меня сзади есть цель. А, сзади есть цель. Мне нужно, понимаешь, оружие. Сейчас мы сделаем оружие. Погоди. Ух, ты куда, куда? На раздачу, на раздачу. Так, нужно заходить в город, мне кажется. Друг мой, нужно заходить в город и там уже устраивать. Так, сзади подбегай. Ты что, спереди? Огонь! Теперь реально нужна пушка. Знаешь, что нужно? Знаешь, что мне нужно сейчас? Мне нужно сейчас, знаешь, а что? Во-во, зечка. Сбежала зечка. А, и мне нужно, конечно же, мне нужно оружие. Томагавк. Мне нужен томагавк обязательно. А можно винтовку взять? Но мне нужно... Что ты смотришь на меня? Веревка, веревка. Динамит есть? Брось, брось канистру. Брось канистру. Есть динамит. Смотри-ка, давай-ка. Пошла потеха. Прям к шерифу. Жарко будет. Так, давай-ка, мне нужен томагап. Знаешь, он очень хороший на ближнее расстояние. Так, он появился, не появился. А мачете? Нет, мне не то. Так, пистолет. Вот он, мачете. Томагавк. Винтовка. Все идет по порядочку. Винтовка. Мне нужен томагавк. О! Респанулся. Да, респанулся. Что ты пялишь на меня? Держи, хедшот. Оп. Заходим в город. Давай-ка заходим в город всем. Ты посмотри, как все ж. Смотри, ног нет.
Обалдеть, нет ног. О, бедная кобыла. Следы от пули остаются. Это реально бомбежка. Смотри-ка, здесь взрывы были. А у этого ноги нет. Я даже не знал, что в РДР отрываются конечности. Я реально этого не знал. У, кажется, у кобылы нет ноги тоже. О-о-о-о, вот это жестко. Так, и где? И где шериф? Где местные жители? А, вот местные жители есть. Есть местные жители. Ну, это реально жестоко, понимаешь? Расстрелял просто. Разорвал просто кобыл. Здравствуйте, фермеры. Как ваши дела? Я с зэчкой сбежал с тюрьмы. Оп. Такой удивился. Оп, тебя тоже. Томагавк чем хороший? Томагавк. Он с одного удара может сразу выносить. Ух, сколько здесь овечек, сколько тут дичи, ничего себе. Как вдвоем улеглись-то, красиво-то. Прям в горло, да, это жестко, прям в грудную клетку. Так, где местный шериф? А, за мой голос сколько назначено? Куры, куры, куры. Так, заходим в салон и посмотрим, что у нас там в городе. Заходим в город, можно ли спануть сейчас пулемет и устроить полный. Полный уже беспредел. Оп. Тебя нет уже. Зэчка заходит в город. А никто меня не встречает. Где местный шериф? А, вон шериф, смотри-ка, погоди-ка. Местный шериф на месте. Да-да-да-да-да-да, погоди-ка. Смотри, отдыхает, выпивает кофе с утра, вышел так. А, и здесь нежданчик ему. Здесь огромный ему нежданчик в виде пулемета. Так, сейчас подходит лошадка, и мы начинаем всех выкашивать. Огонь! Давай, зайчка, давай, покажи мастер-класс. У местного шерифа тоже. Обалдеть, ты посмотри, сколько крови. Ну, реально мощный пулемет. Так, так, вижу. А левее не могу взять. Правее могу взять, левее никак не могу взять. Да-да, пошел музончик. А заходим, заходим в город полностью уже. Так, мне нужна теперь пушка. Мне нужна в городе реально пушка. Огонь наперед. Оп. Ты какого черта легся на меня? Гаси его! Бей его, зайчка! Ух, вот это жестко. Так, у меня, в принципе, был динамит. А где динамит? О, есть динамитик. Держи динамит, ребята. Давай, бросай прям туда, в кучку. Вот это да! Держи прям под ноги тебе! Прыгай! Жесть, вот это! Он еще живой! Как ты живой еще? Держи вторую шашку! Прям в зубы! Ты видал, как разлетелся! А стопудово ноги оторвались! Я хочу глянуть! Да, ног... одной ноги нет! А где нога-то? Здесь ног нет. У-ху-ху. Я не вижу на карте, понимаешь? На карте тут не обозначен. Забор. Мне не нравится этот забор. Тебе тоже не нравится? О, его нету. Обалдеть, слушай. Это жестко, особенно в городе. С динамитом. У-ху-ху. Это реальный вестер. Слушай, слушай. Прям в переулок. Держи туда тебе. Даже стекла посыпались, слушай. Он когда нырнул. Куда ты нырнул? Держи. Вон, вон, вижу, вижу. Ну-ка, держи. Нет, не доброшу, слишком далеко. Нет, кого-то я вынес слева от дерева. Прямо в переулок. Слушай, реально забавно. С модами просто обалденно. Ты понимаешь? А, даже в дом горит. Вот это да. Так, что есть? А, томагавк. У нас есть лассо. Есть лассо. Нет, 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 давай, давай. Свяжем, давай свяжем одного. О, давай, давай, иди сюда. Иди сюда, там еще один остался. Это что за кобыла? С какой-то канистрой. Ну, связывай его. А, связать. А, F, F связать, пардон. Извини, сейчас вся красавица свяжет. Вся грязная, зайчка вся грязная. О, погоди, погоди, как можно тебя красиво убить? Ох, у нас есть ножик. Ух, сейчас будет жестко. Так, насколько можно жестко разнести нашего шрифа? Знаешь, можно включить камеру такую, обалденную камеру. Я не смогу смотреть камеры. Оп, отбегаем, отбегаем. От него стопудово ничего не осталось, слушай. Ну это жестко казнил, конечно, его.
Ну, руки стали кривые какие-то. Одной ноги нету. Нога связана одна. А нет, нога есть, нога в порядке. Ты посмотри, что реально вытворяет этот мод, и можно реально поугарать. Друг мой, если тебе понравится еще GTA... Не GTA, RDR 2 моды, то, конечно же, мы будем продолжать делать обзор на другие моды. Этого чувака еще ничего не осталось. А ног нет, головы нет. Ребята подбегают, смотри-ка. Ребята подбегают. Давай наперед бросим. Ух! Две цели сразу же. Ты живой еще, нет? Обалдеть. Бросай туда. Друг мой, уже увидимся в RDR 2 моды, а в другом ролике, конечно же. Спасибо, что смотрел до конца уже. Тебе удачи и до новых роликов. Всем спасибо. Всем пока.